Ну что, пацаны, нота тяжелая после вчерашнего матча. Серега, как настроение? Слушай, ну настроение похуже, чем у утки, наверное, но это все уже прошло, поэтому продолжаем свои красно-белые выходные. Это просто было белое полотно, сейчас здесь красуется название нашей команды. Мы приехали в Пиги смотреть дерби «Спартак» ЦСКА. Мы продолжаем идти свои диалоги, но фанайди максимальный сбор в Пиги, поэтому должно быть весело и интересно. Продолжайте ставить лайки, писать комментарии и кайфуйте вместе с нами смотреть дерби. Ваня Стронг, собственно, персона. Я здесь. Взрослый футбол сейчас 1-1, парни переживают за команду, за наш родной «Спартак», сидят, пытаются эту энергию отдать туда, на стадион на наш, куда мы сейчас не ходим. Но сейчас будет весело, на 70-75 минуте немножечко пожжем, так скажем, пропитаемся этим запахом пиротехники. Должно быть хорошо. Задет нас красно-белые выходные. Один 84-й минуты матча, пошли пиротехники, дали импульсу команде, возможно, сейчас будет пенальти. И если будет пенка, блядь, просто смотрите этот кусочек видео и ставьте, блядь, жирного этого пальца вверх. Вперед, «Спартак»! Что, с победой тебя, брат? Блять, да. А телефон выпал на квадрат, от радости ебля. С победой. Ну давай, как тебе смотреть футбол в компании «Братвы» в режиме фанайди в баре? Те ли это эмоции, что мы хотели? Ну эмоции, конечно, не те, которые на стадионе, наверное, да, но все равно с «Братвой», где «Братва» есть, там это просто классно. Там и настроюха появляется. Конечно. Да я приехал, на самом деле, впервые посмотрел таблицу, по-моему, за месяц, и посмотрел, где «Спартак» находится, и думаю, блин, как это плохо все находится. И сегодня ехал не с такими настроениями, на самом деле, а просто встретиться с ребятами. А финалочку мы увидели, надеюсь, всем понравилось. Я думаю, что мы зарядили этой пиротехникой, зарядами, типа, ну, да, пацанов, они это почувствовали, это услышали, и как итог 2-1. Слушай, ну классно, вот эти эмоции, вот я на последний раз чувствовал, по-моему, на финале, когда выиграли кубок. Когда на Волисе мы были, да? Не, мы были в Свинье, когда выиграли у «Динамо». Да. Поэтому, блин, на самом деле классно, но хочется уже идти на стадион, болеть там, поддерживать, шизить, как шизят на народной команде сейчас. Друзья, в общем, это был Ваня Стронг, подписывайтесь на его социальные сети. Ваня у нас теперь стал видным человеком. Да, всех с победой. «Спартак», поздравляю, молодцы, подарили нам праздник. И надеемся, что вы тоже кайфанули от этого небольшого выпуска. Красно-белые выходные подошли к концу. Да. Народное не порадовало, «Спартак» порадовало. Да, мы надеемся, что в следующие выходные мы исправимся. 100%. И обязательно покажем, положительный результат дадим. Все на футбол, все на народную. И болеем за «Спартак» пока что в барах. Но фанайди, Вань, еще раз победа, закрывай камеру.